Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель» у студії Маргарита Шибукова. Добрий день. На витворчим об'єднанні «Кришталь» відбулася зустріча працівного колективу з інформаційно-пропагандистською групою гомельського гарвиконкама. Предприємства навідали представники уладу, керівники сфери охови здоров'я і жильово-комунальної господарки. Старшиня гарвиконкама Петр Кириченко розказав об некоторих виниках соціально-економічного розвиття міста. З початку року промисловим комплексом випущено продукцію більшим на 27 трильйонів рублів. При цьому у витворців отрималося скоротити складські запаси, повисити рентабельність продажів. Прямі інвестиції у економіку склали 35 мільйонів доларів. Удільники інформаційної групи так само навідали фірмений магазин «Кришталь», де ознайомилися з асортиментом продукції. Працю самого підприємства керівник міста оцінив становча. Звісно, складно сьогодні порівнювати «Кришталь» сучасний з тим підприємством, яке було в совєтські часи, але, тим не менше, я повинен отметить, что предприятие работает устойчиво, есть у него и перспективы развития, и прибыльно работает, что в этих условиях немаловажно. Ну и фактически сохранен состав вот, трудового коллектива, что тоже очень важно и всегда для нас актуально. У Гомельському районі відбувся перший з'їзд гільдії майстрів і ремісників Білорусі. На посяженні затвердили статут і структуру громадського об'єднання. Ініціатива по створенню гільдії народилася у Гомельській області. Відгук яна знайшла у Мінській і Гродзенській областях. Жадання вступити у організацію виказали більш за 100 чоловік. По словах створальників, необхідність такого об'єднання наспіла давно. Своїми руками майстри і ремісники створюють унікальні речі, але продати їх шасей за все вельми тяжко. До того ж, не кожний володає необхідними юридичними ведами. А тому головна задача гільдії – оборона правов майстров і ремісників, допомога у збитті робіт. Так само у планах створення власного сайта, відкриття виставочних пляцовок і галерей, організація майстер-класів, популяризація і розвиття нових і відраження забитих ремісел і майстерств. Коли ця ідея буде у вас оформлена, то, по-перше, це буде дуже добре нагода для Гомельського регіону, де народилася ця ініціатива. І ми можемо супольно з іншими регіонами розвивати актуальне майстерство, актуальне ремісництво, тому що у молоді є потреба в цьому. А ми хочемо створити той союз, який може лобірувати інтереси гільдії на правительственному рівні, рішати якісь задачі, які нам цікаві, створювати свої галереї, свої музеї. Камерний хор Гомельської обласної філармонії рихтується до юбілейного концерту. У цьому році колектив означає своє 35-річчя. На одній з репетицій хора побувала наша здимачна група. Церковно-славянская духовная музыка, айчинная и замежная классика, вокально-хоровые миниатюры и лепшие сусветные джазовые композиции. Сегодня у репертуары камерного хору Гомельской областной филармонии уся музычная палитра. И это одна из причин поспеху гомельских выканавцев, коллектив выступая не только на родиме, але и за ее межами. Россия, Германия, Франция, Польша им аплодировали у шмат яких краинах. Конечно, нет предела совершенства, но камерный хор все-таки держит свою планку, достоинство. Раз он говорится о том, что он профессиональный коллектив, он должен иметь и эту же высоту, этот статус. Мы стараемся все сделать для этого. На початку 80-х камерный хор Гомельской областной филармонии стал первым профессийным коллективом этого жанра у Беларуси. Сегодня 24 артисты выполняют музычные творы, которые написаны у разлику на куды больше значную количество музыкантов. Это, кажут, великая нагрузка на голос. Але, коли все отрымливается, задовольнение ни с чем не поравнальное. Чтобы не было одноразового, однобока, хочется чего-нибудь такого. Как оно получается, уже другой вопрос. Что нового? А новое, в принципе, каждый день. И в жизни, и в работе. Юбилейный концерт запланованы на 6 кастрычника, а покуль что дзённые репетиции по 3 годины, плюс яшчэ некалькі годин на самоподрыхтовку. У рэшце гледача необходимо приемно здивлять, тем больше на уласном юбилее. Мы должны вынести все свое мастерство, профессионализм. Я думаю, что мы должны удивить, как всегда, наших слушателей и, конечно же, возвести их возвышенному к слушанию прекрасной музыки. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».
Про подрыхтовку до юбилейного концерта камерного хору Гомельской областной филармонии и планы на новый музычный сезон. Позже размова сегодня у программе «Диалог» телерадокомпании «Гомель». Гости студии станет мастацкий керауник и головный дирижер камерного хору Алена Соколова. Глядите программу 18:10 на телеканале «Беларусь-2». Онлайн-трансляция доступна на сайте телерадокомпании «Гомель» tvrgomel.by. Свои питания гости программы вы можете задать по телефоновавши по номеру прямого эфира у Гомеля 77-68-45. Протягиваем выпуск. Схема руху на особных гомельских улицах у апошний час кардинально изменилась. Ликвидованы некоторые пешеходные переходы на Советской, Интернациональной и Рогачевской. Водителям несомненная выгода. А вот пешеходы в больше складанной ситуации. О правах самых юных удельников дорожного руху разважали у Гомельской средней школе номер 27. Керавництво ДАИ и управление внутренних справ гутарили и самими школьниками, и с их педагогами. Перш-наперш треба зразуметь, какие тяжкости возникли со смены схемы дорожного руху. Высветлилось, что место это бойкое, тому потребны додатковые обмежевальники транспортного руху. Вы знаете, у нас есть пример нерегулируемого пешеходного перехода на Докутович. Я знаю по собственному опыту, что пока вот не махнешь рукой, никто не останавливает. Так само педагоги выказали подяку за узведенную вздовж Рогачевской сбоку школы огороджу. Додатково пропоновали усталявать шлагбаум на подъезде до бассейна. Там, по словам педагогов, довольно оживленный рух автомобилей, чьи уладальники до школы альбо бассейна дочинения не мают. А лишь головная просьба вернуть светлофор на скрыжование в улиц Песина и Рогачевской и усталявать додатковый на скрыжование Песина и Докутович. Основная часть предложений, конечно, же не угрожает безопасности дорожного движения в части нарушений правил остановки стоянки транспорта вблизи школы, но вблизи территории школы, не на самих пешеходных переходах. Единственное предложение в части улучшения движения пешеходов – это дополнительная установка пешеходного светофора. Начальник ДАИ Гомельского облвыканкама Игорь Макушенко пообяцал взять гэтые потребования под особистый контроль. Уже обяцано, что шерох огученных пытаний будет вырешены в ближайший час. Беталь Долгий, телерадиокомпания «Гомель». Новины региона, информацию о проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. У студии працавала Маргарита Шубукова. Усяго доброго и до встречи в эфире.